Привет, друзья! Меня зовут Набок Ирина, вы находитесь на канале Grand Nail. Сегодня я покажу дизайн с использованием стемпинга и литья. Вообще, очень много сейчас интересных дизайнов, используя стемпинг. И у меня есть специальный курс. По поводу курса вы можете найти информацию на моем сайте grandnail.com. Итак, поехали! Покрываем белым гель-лаком близко к кутикуле ногтевую пластину. Гель-лак использовала Bliss, второй номер. Далее покрываю на белый цвет топ без липкого слоя от Cosmo Profi. Он как раз хорошо подходит для натуральных ногтей. Далее просушу в лампе и делаю втирку. Это втирка «Северное сияние». На нее у меня есть ссылочка также на сайте grandnail.com. Также по поводу работы с втирками вы можете посмотреть мое видео про зеркальные втирки. Беру пластину и закрашиваю гель-краской, которая подходит непосредственно для литья, свой элемент, в данном случае перышко, и переношу на покрытый заранее белым цветом ноготок и обязательно зашлифованный по технологии литье. Беру серебряную фольгу и отливаю наши перышки, после чего приступаю к прорисовке. Черной гель-краской и тонкой кистью прорисовываю дизайн в виде амулета «Ловец снов». Делаю точечки различные, ниточки добавляю. Также подвешиваю на ниточки наши перышки. Беру аэрограф и розовой краской делаю градиент прямо поверх своего рисунка. После чего мягкой пилочкой подпиливаю торцевую часть ногтей. Пихнула пыль. Покрыла праймером все ноготочки для того, чтобы втирка и аэрография хорошо закрепились. После чего покрываю топом. Топ использую тот, который хорошо подходит для слайдера. Далее креплю стразы. И наношу масло. Итак, мой дизайн готов. Желаю всем удачной работы и всего хорошего. Все ссылочки на используемые материалы я оставляю на своем сайте grandnail.com в нейл-блоге. Также вы можете посмотреть все ссылки под видео. С вами была Ирина Набок на канале Grand Nail. Всего хорошего и пока-пока. До новых встреч!